И снова всем привет, ребят! Кто заскучал за хреновым освещением, заиканием и хреновыми обзорами, то в таком случае оставайтесь у меня на канале. Так, ребят, ну что, пришел ко мне, ну что, интересный планшетик. Да, кстати, стоимость, что кусается. Скажу честно, вот я специально, знаете, не, ну что, потому что распаковки вот с ним, ну что, вот не приготавливаюсь, чтобы было, ну что, первое впечатление, вот что ты видишь и что встречает, ну что, тебя. А то, знаете, вот это ты уже, ну, 4 дня побыл с телефоном и потом, ну что, ты рассказываешь. А здесь ты так, ну что, увидел, блин, ну шикарная, ну что, упаковочка. Вот вы прикиньте, что у меня, вот я их покупал, Эводокуб за 100 баксов и 130, по-моему, долларов. Ну что, стоимость идет, ну что, упаковка симпатичней, ну что, идет и конкретнейшая, ребят. Ну что, стало все-таки, ну что, все... скажем так, чуть-чуть поинтересней. Чувствуется, что вскрывали ее так из завода. Техническая информация тут все-таки оказалось, что нет. Я смотрю, что... Нет, херня. Есть. Вскрываем, чтобы вы увидели все вживую. Па-бам-па-бам. Ребятки, я думаю, что это круть будет. Тут в теории, ну, что толковый и, ну, что и процессор должен быть. И сим-карты, аккумулятор... шестерка, ну, куча, шикарный аккумулятор тут должен быть, тут все круто, у нас сим-карты должны быть, вот, чтобы вы увидели, одну секундочку, ага, а хрен тебе, есть, снимаем. Так, ребят, смотрите, чтобы вы увидели, сим-1 и сим-2 и карта памяти, тут круто все, окей. Кстати, ну что, вспышечка у нас используется, ребят. Так, и пленку я чуть-чуть все-таки испортил. Ну, уже извините, стыкаемся с таким. Захотели, и пластик, кстати, вот видите, вот я так, ну что, дернул, чуть испортился. Так, 3,5 пятажка у нас идет. Камеры здесь есть, я надеюсь, что увидели. Кстати, ну что, корпус из металла и тяжелый. Ну что, действительно, ну что, для ребенка, я думаю, что все-таки окажется за много, и, ну, за, ну, толстенький и тяжеленький. Но в чем плюс, я так думаю, что шикарный аккумулятор будет. Питание идет, кнопки громкости и микрофон. Так, включаем сразу, попутно. Я думаю, что будет кому-то интересно, и включился. Ура! Стереодинамики. Да-да, ребят, есть. Я надеюсь, что с камеры вы увидите. Так, что у нас тут окажется? Ой-ой-ой. Не, ну знаете, вот в чем плюс, что сделали уже, чувствуется, что ты купил не самый дешевый планшет. Так, ребят, ну что, питание стандартное. И конечно же, USB, я думаю, что здесь акцентировать смешно будет. Так, я тебе отключить еще. Есть, так, тут еще что-то у нас есть. Питашка идет, и, конечно же, 2 ампера. Супер. И, ребятки, инструкция. Инструкция. Так, ну что, пишется S, ну что, Эводокуб, когда-то кубик был. Вот, ребят, ну что, в чем прикол? Ну что, в телефоне, ну что, используется MTK6779 идет. 3 гигабайта оперативки, в 32, ну что, из постоянной, экранчик 10,1 дюйма. Так, с таким разрешением, считаю, что, ну что, Full HD идет. Шикарнейший аккумулятор. 6600 идет, нифига себе, и Android печенька. О, сказал все-таки. Так, ну тут, думаю, все скучно, потому что в чем плюс, потому что пишется еще за компанию и на русском языке. А здесь что? Я так думаю, что здесь ничего нет. Потому что, честно, коробка пустая. Вот видите, китайцы одним словом. Так, ребят, ну, куча, с габаритами, чтобы вы увидели. Вот у меня вот есть куб C5 и есть такое диво, вот, чтобы вы увидели вот именно насколько отличаются они. Толщина показываю. Есть. Но я не знаю, как его, ну, что комфортней. Но честно, знаете, вот я говорю, ну, куча, для ребенка, то будет, ну, что вот некомфортный. Ну, что и с телефоном, с экранчиком. Шестерка и 2 дюйма. Вот, ребят, смотрите, ну что, специально прилаживаю. Так, вживую, вот видите. Есть. И толщину. Ну что, попытаемся.
Тут корпус из металла, и здесь корпус из металла. Вот типа так идет. Окей. И, конечно же, взять со стандартами, с телефонами, ну, что пользовались, скажем так, целую жизнь ими. Так, ребят, смотрим. Ну, что все вживую. Ну, я вам скажу, что, знаете, такой в конкретный, кто куча искал для себя. Скажу честно, что MTK 100% вот не для игр. В таком случае, скажу так, кто искал, чтобы аккумулятор был, шикарный экранчик. Автономность, ребят, тут будет, я думаю, ну что все классно. Но на MTK вы поиграете 100%, ну что только, скажем так, с минималками. Включаем. Не, ну чувствуется, что экраны тут отличаются вообще, ребят. Ну что, гляньте, до такой степени все компактненько. Оказалось, ну что, и маленько. Копировать с устройства. Оно на спортивный интерес. Раз. Включаем и ждем. Так, ну что, писа, что включается к интернету. Я думаю, что будет чуть-чуть поинтересней. Так, и что дальше? Не, ну, ребят, вот я вам скажу, ну что круть, вот кто, ну что искал для себя и кого-то телефона, то я думаю, что классно будет. Так, ну что, попытаемся включить, откроется. Далее. Вот у меня есть такое чудовище. Включаем Google, чтобы вы увидели, ну что в перспективе, ну что в классная, ну штука, знаете, они попытались, ну скопировать, ну типа от компании, ну что Apple, чтобы если захотели, вот видите, смотрите, ну что включается, и сейчас, ну что в теории, ну что все приложения, куча все приколы отсюда, ну стянутся планшет, графический, опа, пальчиком копировать, есть. Все, ребят. Так, секундочку, пауза. Все, ну что, включил, ну что, просто знаете, я так, ну что, думаю, никому окажется, ну что, неинтересно мой пароль. Все равно пропустит, и я думаю, это скучно будет, неинтересно. Еще, вперед, проверка, и ждем, что же будет. Но, ребят, вот тут, ну что, впечатлений, ну что, честно, побольше, чем от C5 у меня. Но вот реально, знаете, вот меня вот что смущает, что, ну что, скажем так, экранчик шикарнейший идет, и нет смысла его копировать. Чтобы сильно все впаковано, ну что, оказалось тут. Я считаю, что, ну что, чуть-чуть перебор идет. Так, включаем, что с приложениями. Включайте, вот, чтобы вы, ну, что знали вот на будущее, вот как оно включается вообще, что, куда и как. Ну, честно, знаете, вот я так понял, что, ну, что за системы Android чуть-чуть все изменяется. Я только бывало, ну, что включил скопировать и все. И, ну, что телефон все полностью, все скачивал сам. Так, с приложения это нам надо. Antutu, асфальт отключаем, Gboard отключаем, Google сюда. Это нафиг, 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 нафиг. Извините за слова. Сюда самое, чтобы интересное, и чтобы вы, ну что, вживую, как минимум, ну что, увидели, скажем, ну что, все датчики, что в планшете идут, и что, куда и как. Есть. Так, пока включается и думает, я чуть-чуть спинку покручу вам. Уж извините за освещение, но спасибо в компании UTEC, что курвы, бляха-муха, уже там 4 посылки и телемпается. Купил я для себя 2 софтбокса и целый, ну, куча с, ну, куча с 10 числа того месяца еще ждут в таможенной проверке. Скажу честно, извините, вот, ребят, но тупо уже, блядь, скажем так, ну что, я устал от этого. Есть, уже включаем, и что мы здесь видим? Так, ребят, шторку спускаю, ну, смотрится все симпатичненько и красиво. Так, если захотели, кстати, у нас есть специально, что включаете чтение режим. Вот это круть, ребят. Ну что, для детей, вот, например, кто книжки читает, ну честно, вот впервые стыкаюсь с таким, и я вам скажу, ну что, тема супер просто. Вот, вообще класс. Так, если захотели, ну что, включается. Я так понял, что специально, чтобы не уставали глаза, ну что, фильтры всякие, знаете, ну что, экран чуть-чуть. Я думаю, все поняли.
что исключается из экрана синий цвет. Есть. Так, что у нас тут оказалось? Ну, что менюшка стандартная, в принципе. Что интересно, вы ничего не видите с подсветочкой по максимуму. Ну, честно, я вам скажу, знаете, вот я думал, что будет чуть-чуть, ну, что светлее все-таки. Ну, что для меня, то, ну, что и хотелось, чтобы было чуть-чуть, ну, что ярче. Я не хочу, ну, что обманывать и рассказывать. Все-таки, знаете, ну, что так должно быть, все честно. И вот... Вот в чем прикол, что ты стыкаешься, что, ну, что за такого экрана, что все иконки, ну, что тут компактные идут. У кого плохое зрение, вы тут вообще, ну, что ничего не увидите. Ну, что из этого вот лучше будет все-таки C5 вам. Так, включаем систему от ребят. И что у нас есть, ну, что информация о планшете. Ну, что пицца M5S и печенька, ну, что используется. Ну, в чем плюс, только что, ну, что в планшете, ну, что вот есть, еще включается интертелеком. Шикарнейший. Ну, что украинский CDMA оператор. Есть так Google специальный. Здесь, я так думаю, все скучно, неинтересно будет. Фигня. Так, ребят, смотрите, ну, что есть с памятью. Ну, 3 гигабайта, ну, что используется 1.6, осталось 1.4. Ну, вполне терпимо. Так, из безопасности, я так думаю, ну, что скучно. Вот единственное, что для спортивного, ну, что интереса, вот я бы включил, но видите, вот, ну, что функция, ну, сканирования лица. Ну, честно, я так думаю, что то здесь, ну, что включать ее смешно будет. Так, оказалось, естественно же, в планшете дура спит. Я не знаю, ну, что кто ей пользуется, но есть такая херня. Так, в телефоне в 32 гигабайта, из которых осталось всего-навсего 25. Но вполне для использования, ну что, для жизни всем хватит, думаю. Так, ребят, ну что, динамики. Так, если захотели, то включается улучшение звука. Пункт есть. И динамики, ну что, включен у нас. И... Ой-ой, впервые, я не знаю, вы увидите или нет, я попытаюсь пункт показать. Но я чувствую, знаете, вот здесь, ну что, китайцы, ну что, попытались и старались, ну что, сделать, ну что, для ума. По факту вы его сможете комфортно использовать как телефон. Купили, ну что, Bluetooth, цепляете к планшету и за компанию. У вас и интернет стабильный будет, и телефон с двумя симками. Ну что, кинули в сумку и захотели, ну что, общайтесь. Тут тема вполне окей. Громкость, ребят. Так, ребят, тут самые крутые, ну, что, динамики из планшетов, что я стыкался, ну, что, в жизни с планшетами. Их было там штук 30, я так думаю, ну, что не больше, но вот реально это просто офигенный звук. Я думаю, что все-таки, ну, что, дело из-за процессора идет. Так, ребят, смотрим. Здесь мы включили что по экранчику. Если захотели, только еще изменяется цветовая схема экрана. Я так думаю, что смешно и неинтересно. С подсветочкой. Так, я снова включаю по минимуму и по максимуму. Херня полная. Есть. Так, что еще здесь? Поворот экрана, заставка, стиль шрифта. Все скучно и неинтересно. По аккумулятору, ну, что включается в проценты. У нас есть, включайте экономию и куча всяких пунктов, ну что, много всяких пунктов, да. По-правильному, так, с приложениями все скучно и неинтересно. Есть, так, включенные устройства. Если захотели, то включается и Bluetooth, печать, и Chromebook. Для спортивного интереса, что мы делаем? Испытаем, ну что, USB-шку. Знаете, скажу честно, оказался бы, ну что, апогеем крутизны, еще чтобы здесь оказался в Type-C. Так, ребят, ну что, включается, ну что, в теории вы комфортненько, ну, смотрите, получится у вас, ну, что, включить и клавиатуру сюда, ну, что, и мышку, и все приколы. Супер. Опять же таки, все окей. Так, включается интернет, дисплей, скорость интернета, херня. Все вот мне интересно. Так, ребят, естественно, что включаем? YouTube. Прам-па-бам. Чтобы вы увидели, ну, скажем так, и картинку, я не спорю, что хреновая будет. Но в целом, вот именно, что же показывает. Так, смотрите, я включаю и стыкаемся.
С хреновым интернетом или с тормозом Лёни? Одно из двух. 4К. Я включил. Кстати, вот на удивление. Окей, есть сюда. Но с рекламой, знаете, вот это, конечно, иногда злит по полной. Ой, и, кстати, чтобы вы увидели, так, опа, чикс, раз, и включился. Но здесь, кстати, все вполне окей. Как ее упустить? Все, включили. Так, ребят, смотрите, по качеству, ну что, включается? Нет. Сюда, сюда. Есть, окей. Я включил в полноэкранный режим. Офигеть. Да шо ж твою дивизию, блин. Качество. И, ребят, смотрите, ну что, Full HD 60 FPS. Включил я его или нет? Я хотя бы, вот мне интересно. Нет, не включил. Вот, ребят, ну что, включил уже его. Ну что, ждем. Скажу честно, вот я стыкался с планшетами, что иногда, ну что, ты включал, то начинали, ну, тупить. Я так думаю, что тут уже, ну что, впичкан он... Вполне, ну что, терпимо. Вот вы учитываете, что с пленкой, ну, с матовой идет, и картинка здесь просто, ах, супер. Не, вот вообще, вот, ребят, смотрите, ну что, комфортно, и не тормозит, и не глючит. Что, где вы такие чудеса видите? $130, по-моему, покупал. Я не знаю, ну что, пусть, ну что, дорого, но в любом случае, вот, за такой, ну что, кайф, что, гляньте на эту картинку, это просто вообще супер. Гляньте, блин, вообще офигеть. Я не знаю, там что у вас, ну что показывает, ну что, да, ну что пленка. Да хрен с ним, но круто. Ну что, действительно, вот я вот не обманываю. Ну что, ребят, я не собираюсь, ну что, вот рассказывать, ну, ну что, рекламировать его вам. Знаете, я думаю, куча вот есть для такого, ну что, там другие каналы. Так, идем дальше. Давайте попробуем диджей в базука, чтобы, ну, за компанию еще сиськи были. Я так думаю, что, ну, что поинтереснее будет. И за компанию, чтобы, ну, что динамики все услышали все-таки, что у нас, куда и как. Раз, два. Так, несчастье, вот тут стабильно, по качеству у них обычно, ну, что экономят, и все на все, ну, что HD идет. Ой, боже, какой кошмар. Ну, что тетка в черном пикине. Ребят, ну что, динамики тут, ну что, бомба. И скажу честно, вот я 100% всем, ну вообще, ну что, звучание, экран, здесь, конечно, ну что, огонь. Я даже, ну что, не знаю, скажу, я в шоке и не знаю, ну что сказать, ну что, в такой ситуации, ну что, честно, я чуть-чуть, ну что, растерялся. Так, ну что, включим, ну что, все-таки у нас за компанию скачались, ну что, те программы, что я и их иногда включаю, вот просто, ну чтобы вы увидели, скажем так, что к чему. Так, смотрите, ситуация по планшету у нас есть и экранчик, и процессор. Так, смотрите, ну что пишется, ну что Helio X20. Ну что, в теории вы комфортненько поиграетесь в какие-то игрушки даже. Так, система, ребят, есть, окей. Так, с памятью, я надеюсь, что все увидели. По камерам, я так думаю, что здесь, ну что, печалька, аккумулятор, ну что, указан такой. Я думаю, знаете, ну сколько вот я стыкался с компанией, ну что, куб, ну что, в целом там все классно было. Так, что у нас с датчиками? И здесь, вот, честно, экономия, ну что, полная. Оказался бы, ну хотя бы, ну что, гироскоп или датчик ориентации было бы чуть-чуть, ну что, поинтересней. Вот это, ну что, печалька, и за это им я снижаю 100% 1 балл. Есть. Так. А спутники, вот мне интересно, а скачал на эту программу, чтобы спутники, а хрен там, есть? О, за компанию, чтобы вы, ну что, увидели, вот как, ну что, включается в Play Market, и со старта же, ну что, увидим, что у нас
со спутниками идет, я так думаю, ну, что всем окажется в конечном итоге интересно. Смотрите, скачет на облак, кстати. Окей, разрешаю. И ждем. Специально спортивный интерес. Так, ребят, и что же у нас? Так, потому что компания указана, и ждем. Что просто стыкался, ну что с моментами, ну что люди покупали специально, ну что планшеты, чтобы использовать, ну что в автомобиле для навигации все полностью. Что гляньте на эту точность, это просто офигеть, ребят. Блин, оказалось, что я его рекламирую, конечно. Да, блин. Вот знаете, вот, скажу честно, оказался бы он для меня бесплатно, то вот я бы 100% отдал бы для старшей дочки. А то вот мне заказали на, для старшей и для меньшей, по планшету на денюхи. Но, ребят, я говорю, что первое впечатление, что планшет супер. Я его реально всем рекомендую. Я не знаю, знаете, вот есть там всякие компании и решения поинтереснее, я так думаю, типа престижа, в кавычках, конечно, но в любом случае. Но, ребят, это штука. Вот реально это штука. Вот и все. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.